приглашается координатор Симферопольской городской организации ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Симферопольском городском совете народных депутатов Веретельников Геннадий. Аплодисменты! Здравствуйте! Для начала хочу сказать всем спасибо вам, крымчане, симферопольцы, единомышленники, за то, что вы по первому слову партии поддерживаете ее и приходите туда, куда она говорит. Мы с вами прожили непростой год. В этом году мы отстояли свой Крым. Отстояли, объединившись. Крым всегда был русским. И вы все об этом знаете. Мы здесь говорим и думаем по-русски. Но думаю, что мы выбрали Россию не для того, чтобы жить лучше, а просто для того, чтобы жить вместе с русскими, делить в большой России радости и печали, беды и счастья. Я думаю, что вы все так думаете. Объединившись, мы на прошлых выборах сделали потрясающий результат для России. Город Симферополь оказался на втором месте по всей России, матушке, из 1125 городов. Второе место — это, я думаю, очень крутое. Пятая часть симферопольцев проголосовала за нас. И это очень большая сила, с помощью которой можно будет перевернуть этот город и поставить его на ноги. Потому что партия регионов, перекрашенная в Единую Россию, я думаю, не очень сильно хочет работать. Наше дело не дать им украсть у нас те деньги, которые будут выделяться на благоустройство нашего города и нашего Крыма. Мы, крымчане, всегда думали по-русски. Когда залетные украинцы случайно послушивали нашу с вами речь, и удивлялись, почему мы говорим, что к нам приехали гости с Украины. Я говорил, да, с Украины. А спрашивали, откуда? С Херсона, например. Говорит, а это что, не Украина Крым? Я говорил, нет, Крым — это Крым. Крым всегда был и есть, и будет русским. Они были, я думаю, что это очень частый случай, и вы все его... Это у нас в душе, внутри. Сегодня прекрасный день, День защитника Отечества. День русской армии, день советской армии, той самой армии, которая выгнала Чингисхана, той самой армии, которая разбила шведов не только под Полтавой, а вообще где бы они только не встречались, той самой армии, которая погаными трусами догнала французов до их города Парижа. На всякий случай, там еще кофе, по-моему, казаки купили, а потом домой поехали. Той самой армии, которая вдребезги разбила лучшую в мире германскую армию. Эта армия, так же как и ЛДПР, всегда отстаивает интересы русских, где бы мы с вами ни находились. Умирая за свободу других стран, там, где живут русские, или просто говорят по-русски. Средняя Азия или Европа не имеет для нашей армии никакого значения. Слава русской армии, слава ЛДПР, слава России! Ура!